Здравствуйте! Сегодня я приготовлю печенье овсяночка почти по ГОСТу. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Просеянную пшеничную муку соединить с солью, корицей и разрыхлителем. В оригинальном рецепте вместо разрыхлителя сода. Ссылка на источник под видео. Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром. Перемешать до однородности. В оригинальном рецепте сахара в два раза больше. Добавить овсяную муку или толокно и перемешать до однородности. Влить воду комнатной температуры и перемешать. Больше рецептов печенья можно найти по ссылке в описании. В два приема добавить мучную смесь. Замесить пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если тесто суховато, то добавить немного воды, если жидкое, то муку. Отделить от теста кусочки величиной с грецкий орех, 18-20 грамм теста. Выложить на противень и придать плоскую форму. В оригинальном рецепте тесто раскатывают и вырезают заготовки при помощи формочки. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 10-15 минут до золотистого цвета. Печенье получается хрустящим и не слишком сладким. Хранить в закрытой таре до недели. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».